Снова здравствуйте, с вами Гранит ТВ, и сегодня мы продолжаем тренировку по штурмовому альпинизму. Мы находимся в центре спецподготовки, не знаю, как его еще назвать. Вымпел, да. Ну ладно, назовем его так. Условно. Басос только опустите. Вадик, закрой лицо, тебя не должны видеть. Я снимаю. И без мата, пожалуйста. Так, вот это у нас... Это у нас варяг. Вот сейчас он будет... А? Да я умею, мне просто не лень. Просто. Это долго, понимаешь? Это каждую долю секунды надо замазывать под квадратиками вот это вот твое лицо. Оно может двигаться еще, это еще труднее. Не. Ну ладно, вот Егорка ползет, не будем снимать Егорку. Давай. А ну, блядь, я на эту хуйню вижу. Не. Снимай, снимай. Да, все снимай. Еще разок. Для отвлечения. Значит, говоришь, медленно едет, да, Данил? Правую руку надо вообще прям сильно задействовать. Правую нет. Правую придерживайся просто. Likes to have a bunny lass a-sittin' on his knee. With a pint of good strong porter, he'll whistle and he'll sing. For a ploughboy is as happy as a prince or a king. The lark in the morning, she rises off her nest. And goes off in the air with a cheer on her breast. I like the jolly ploughboy, she whistles and she sings. And goes home in the evening with the dew upon her wings. Okay, yeah. Нихуя. Давай. Вот опять, сука, ты делаешь это все на ногах прямых. Ну. Чем ниже ты будешь. Я же тебе говорю, это все приходит с опытом. С опытом. Такая же хуйня. А он, получается, фиксируется не так, как у тебя на две разные, а он фиксируется на одну, на один карабин центральный. Нормально. Ты туда хороший карабин суешь, и он тебя будет держать. Угу. Хоть и снимает? Да. Да? Да. Нет. Да. Должно что гореть. Снимем. Снимамочка мигает. Снимает, да? Да. Блять, прикольно. Может тоже одеть гранит? Ну там есть. Тут не одел. Да, ну разу же там есть. Да, да, надо так. Давай попробуй сейчас пожар вдвоем. Кто кому говорит? Тебе, тебе. Нет, блядь, я тебе сразу смотрю. Виды тут, конечно. Ага. Видок здесь, конечно. Какой? Шикозный, вон там слева. А там? Ажи. Звездочку делай. Снег хуёв, Астор! Не пройдёт. А, сука. Бля, Марш подцепил. Ну ничего, что делать? Ну, глянь, вот это. Ну вот, смотри, где восьмерка. Но. Выше. Вот это вот, видишь, доехал. Ну, оно, блядь, долго ждать, ты ебаный брос. Не ной. Раз. Два. Три. Одна, поехали. Вот. Кокушки. Да не, ладно. А я паука. Да. Вот смотри, слава. Давай. Ух,
это супер, супер спайдермен. Не вспомнить. Так, кстати, вот я что, в прошлый раз, когда мы были на пятере, на пятой, на пятиэтажке, я так и не понял, как контриться на высоте. Мне что, было очково правую руку отпустить, который, или левую, левую, наверное. Вот отпустить. Вот. Вот, смотри. Ну, то есть, как я понял, как мне объяснили, то есть, ну, надо, так, надо, да, делать все на... Одной рукой. Да. На, то есть, на растянутой веревке. То есть, отводишь так, да? Тебя немножко не понял. В смысле? Вот, кстати, вот отсюда. Вот как ее расконтра... Ну, в принципе. Ну, вот опять, смотри, повтор. Готов. А, ну, бля. Ну, в принципе, главное не очковать, в принципе, остальное. А нахрен, блин? Я сейчас, блядь. Не, он тебя назвал дураком, если вдруг ты не слышал. А, дурак, С вами Гранит ТВ. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А еще я тебе советую снять пленочку. Ваня, видео в печенье смотри. Я бы еще посильнее повезло. Как летят 5000 топлосов. А? Все нормально? То есть она снимается? Дайте Егору восьмерку! Я забыл сказать. Ну и дальше делай. Так, это получается вот так вот, да? Да, рука за спиной. Вот. Блин. Не пойму. Вот, вот у меня. Ага. Все правильно. Подожди. Да? Нет, неправильно. Не так пристегнул? Ты под правую руку себе сделал. А-а-а. Да, точно, под левую. То есть сейчас. Левой рукой берешь. Нет. Ага, все, левую все, руку, блядь. Все равно ты точно? И выводишь все туда. Да. Не ссы только. И спускаешься. Главное, не забывай про руку. Понял? Да, да, да. Молодец. Сейчас надо главное почувствовать. Все, выводись. Все, можно сразу съезжай, съезжай, съезжай. Все, 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 отталкиваешься аккуратненько и съезжаешь. Я знаю. По-моему, все нормально снять должен был. Да, да. Ты, блядь, мало. Шапочка такой придумал. Помнишь? Лишки подавали шапки. Ну, итак, дорогие друзья, мы продолжаем съемку нашей тренировки. Как вы могли уже заметить, все проходит пока нормально. Тут местность. Это вот наш центр, который нам, таки можно сказать, отдали. Вот вышка в полной ее красе. В принципе, пока больше я вам ничего не покажу. Все покрыто секретной военной тайной. Ну, а я поставлю.
как видите, дорогие друзья, тренировки проходят достаточно интенсивно, но не все элементы, конечно, получаются. Но мы учимся, не сдаемся, пытаемся понять, в чем ошибки. Что, смотрите дальше.
Нужно меньше пить. Ой, господи, бля. Меньше пейте, больше занимайтесь спортом. Ставьте лайки. Больше пейте, меньше спортом занимайтесь. И дать не отпускаю ни немного. Мы продолжаем съемку на тренировочной базе СО «Гранит». Это маленький варяжик. Я думаю, вы сейчас видели, что мы говорили. Конечно, могут быть некоторые элементы неправильные, опасные, диванные и хорошие. Такие прям настоящие эксперты, может быть, скажут, что мы совсем края там охренели, что такие штуки творим. Но мы делаем это на свой страх и риск, повторяюсь. Не пытайтесь повторить эти штуки дома. Итак, дорогие друзья, сейчас вы увидите внутреннее убранство этой супер-мега-концой башни спорта, назовем ее так. При возмогании. Фу, сам с собой, с камерой. Контроль свод, смотри. Уроки пошли на пользу. Ну, я хочу за контроль. А вот, вот с этой вот херней, бля, вообще не могу. Сейчас. А? Ну да, я говорю, с опытом как придет так. Блять, все равно, что учить новичка, как правильно ходить с оружием, по-моему. Артур.
перевернись нормально, бля. Не, вот сальто сделай, сальто. Да, давай. Понятно. Сальто заебись. Что скажешь? И, друзья, все просто превосходно. Я так рад, что попал на эту тренировку. Вот, осваиваем основы штурмового альпинизма. Пока, как вы видите, все проходит на должном уровне. Я думаю, на любительском это вполне приемлемо. Угу. Вот. Что могу сказать? Остальная часть, конечно, команды молодцы, но не молодцы. Жалко их, что с нами нет. Просто молодцы. Просто молодцы, да. Вот, надеюсь, в скором времени вы увидите... Ну, не сопьются. Если они не сопьются, да. Увидите тренировки всей нашей команды. Но здесь вряд ли. Ну, здесь, да, тоже вряд ли. Поэтому поедем куда-нибудь на пятиэтажку, либо на горы лазить. Ну, все будет. На горах лазить, кстати, интересно, я там. Да, чем-то есть там свой шарм. Горный. Вот сейчас вот вы можете наблюдать картинку, спускается наш маленький варяг. Ну, он не маленький. Он такой большой на самом деле. Я хоть как говно. Кстати, да, вот. Что? У нас работа, какой пошло. Я его умею. Ну, ну ты умеешь, а мы... Готов? Раз, два, три. Дам. Давай дальше. А? Дальше. Или что, выше пойдем? Пойдем, попробуем еще выше и спустим. Ну, попробуешь перевернуться. Нет, не буду. Не будешь? Да боже, не могу. Уже сейчас даже плавно. А эта башня что, распиленная? Че? Ты башня. Ты пойдешь наверх? Да. Зачем? Еще раз, да? Ну, я не люблю, когда низко очень, нету никакого напряга. Я не мог удержаться. Ты на левую руку? У меня там, блядь, отключается голова. Ну из-за страха, да. Да не из-за страха, это из-за страха. Давай, спускай сейчас залезу. Сейчас. Что, вход? Раз, два, три. Раз, два, три. Бам-бам-бам-бам-бам. Граната! Ну, уже лучше. Сейчас попробую, знаешь что? Вот, ладно, поработали. А? Надо законтролиться, попробовать перевернуться и вот входить вот так вот. То есть от одного окна. Сейчас попробуем сразу, знаешь как? А, ну ты переворачиваться не можешь. Ну, я сделаю. Каждый здесь враг. Каждый здесь друг. Переворачивай. Надо было контролиться сразу. Ничего думал, брат. А? Сгорели? Ну-ка. Сейчас же можно перевернуться, правильно? О, бля!
вот походу я собираюсь, но вот что-то пиздец, пишу вот так. Ну, может быть. Вот и сейчас вот так. Нет, ёпта, я первый раз, я вот так пробую переворачивать. Так, дорогие друзья, на этом наша тренировка подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Сейчас мы возьмем маленькие интервью у почти командира нашего подразделения. По лезвию ходишь. Итак, будем... Ой, не-не-не, тут еще занимаются. Отвязывай все нахер. Итак, Будислав, что вы думаете по поводу сегодняшней тренировки, ну и вообще, в общем? В общем. Ну, вообще, в общем, в принципе... Тренировка сегодня прошла нормально, конечно, холод что-то под вечерок дает о себе знать на самом деле, ну а так, тренировочка нормальная, как бы уже относительно потеплела по сравнению с предыдущими днями, которые были, вот, можно уже заниматься. Вот, занимались сегодня на высоточке, вот, стандартная вышка. Собственно, тренировочка удачная, вот, поработали сегодня проход в помещение, переворот, спуск. Вот, быстрый спуск, спуски на нескольких креплениях, скажем так, видах креплений. Вот, на следующей тренировке, я думаю, будет уже работа с длинным стволом. Сегодня был короткий, на следующий будет длинный. Вот, с вами была команда Гранит. Вот, ставьте лайки, пока. Подписывайтесь на канал, блядь. Надеюсь, мы больше не увидимся, да? Не, какая-то говорит у Бадюката. Надеюсь, мы с вами. На этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш каналчик, ставить лайки, лайки. Писать ваши грамотные. Как это по-русски? Нет, не комментарии. Комментарии. Пожалуйста, жиши через отзывы. Не отзывы. Как это мать говорится? Я забыл слово, у меня просто такая усталость достаточно серьезная. Ваше замечание. Замечание. Ну, назовем это так. Ваше замечание по поводу наших сегодняшних вообще тренировочного процесса. Я путаю окончание слов уже. Вот. Ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Ну и конечно же, наша тренировка не могла обойтись без пары неудачных дублей и смешных моментов. Смотрите. Ваня, он оттягивает тебя, быстрей. А не ничего. Хорошо, выкапывай, блядь. Копай яму, сука. Из моей высотки, блядь. Эх, друзья, блядь. Я думал, Артур упал. Дубль 2. Ну ладно. Ну и больше пейте, меньше занимайтесь спортом. Хо-хо, пуханый. Давай. Команде существует расстрой. Дискриминация. У нас есть великие угры. Великие угры в команде. Не хватает вместе ее матушку. Козел. Ты зря там вывело. Да и полезно. Может, надо заниматься в это время. Давайте подумаем. Я говорю, выстрели его, блин. Поганый, хохол. Ах ты хохол. Я что думал? Дол заебать. Не очень. Можно мне? Нельзя. Он дрочит. Сука, ну так! А нахуя? Да, все, пиздец.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео нашей тренировки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите адекватную критику. А также не забывайте про мой второй канал, ссылки на который будут в описании. В общем, до скорых встреч, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока.